6 апреля 2017 года во всем мире отмечали День настольного тенниса. В свой профессиональный праздник за ракетки взялись участники первенства Омской области среди адаптивных школ и школ-интернатов. Юные теннисисты Омска и Силькуля, Больших Уков и Калачинска соревновались в командном и личном первенстве. А результаты состязаний шли в зачет спартакиады «В спорте все равны». В общем-то, мы на уровне по России лучше. Мы в этом году съездили в Санкт-Петербург на фестиваль среди спеш-олимпа, и наши дети, было 45 регионов, наши дети были первые. И в смешанном разряде бы никому вообще ни одного проигрыша. И в личном, и в парных были вторыми, и третьими. А в общей команде мы заняли Омскую область первое место. Среди участников регионального первенства наряду с чемпионами России свои силы пробуют совсем новички. Таня Паршина занимается всего 2 месяца. Говорит, главное, что привлекло ее в настольном теннисе – возможность больше общаться. Получается, мы с учителем стояли на физкультуре на уроке, и он подошел ко мне, попросил меня сыграть. Я сыграла, и у меня хорошо получилось. Сегодня твои первые соревнования. Поделись с нами впечатлениями, как они для тебя проходят, нравятся ли тебе? Поначалу было страшно, а потом понравилось. Вот задача нашей школы как раз в этом и состоит, что физическое совершенствование, привлечение к здоровому образу жизни, привлечение к физкультуре. Вот. А самое главное, что через спорт и занятия физкультурой идет социум этих детей, то есть подготовка их к нормальным условиям быта и нормальным условиям жизни. В командном первенстве лидировали воспитанники адаптивной школы-интерната номер 5. Личные соревнования выиграли также представители 5-й школы Оксана Зайцева и Дмитрий Гудыма. По результатам всех соревнований всегда формируется сборная, команда областная, и ребята принимают участие во всероссийских. Вот по окончании этих соревнований 10 по 15 апреля соревнования в Архангельске по настольному теннису. Сформирована команда. Лучшие игроки поедут на всероссийские соревнования.